Здравствуйте, товарищ Рыбалов. Сегодняшнему видеообзору хочу посвятить одной из любимейших моих приманок. Появилась она сравнительно не так давно, точно не могу сказать когда. От всем известной и полюбившейся фирмы Relax. Кто занимается спиннинговой ловлей или, точнее, джиговой ловлей уже давно, так или иначе сталкивались с приманками данной фирмы. И у всех оно, как правило, оставляет положительные теплые воспоминания о приятных мощных поклевках и большого количества пойманной рыбы на эти приманки. Так и у меня. Не могу устоять перед тем, как, чтобы у меня на рыбалке не было с собой двух-трех различных моделей от этой фирмы. В данном случае речь пойдет о модели Bass 3-дюймовой. Длина ее составляет 7,6 см. Резина несъедобная, с отрицательной плавучестью. То есть, как классический силикон, она тонет. Приманка – это, собственно, классический виброхвост с плоским прогонистым телом. Очень тонкий, довольно-таки тонкий, как видите. Имеются желобки чуть ли не по длине, всей длине тела, для того, чтобы можно было спрятать жало крючка. И также канавка снизу для обеспечения наилучшего выхода этого крючка для повышения засекаемости, чтобы тело приманки не мешало крючку выходить и засекать рыбу. Игра приманки, благодаря своей форме, очень напоминает передвижение живого малька, который кормится. Данная приманка идеально подходит для оснащения различными видами оснасток. Можно оснащать ее классической джиг-головкой, различными оснастками поводкового характера. Я предпочитаю в основном применять шарнирные соединения с классической джиг-головкой, поскольку данное соединение, точнее оснастка, на мой взгляд, ярче раскрывает игру приманки. Данная приманка отлично ловит судака, щуку, окуня. Несмотря на размер 76 мм, то есть 3 дюйма, окунь спокойно заглатывает, как говорится, по самые жабры. Так что всем смело могу рекомендовать к приобретению и наслаждаться многочисленными поклевками. Резина действительно очень хорошая, уловистая, прочная. Выдерживает не одну, да и далеко, точнее, не одну поклевку щуки. Просто бывали случаи, что другого силикона не хватает даже на одну поклевку. Бывает такое, что холостая поклевка, и приманка возвращается без хвоста. С релаксовскими приманками такого не происходило мне ни разу. У производителя имеется огромный ассортимент цветов, как из старой линейки классических, так и новых расцветок. Вот это раньше таких расцветок вот не было. Номер расцветки не помню. Потом укажу в комментариях к видео. В воде смотрится просто шикарно. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.